Привет всем моим почитателям, всем, кто ценит мой талант, мою бесшабашность, мою любовь к вам. Друзья мои, мне пришла книга моя. Вот это праздник души. Хочу с вами им поделиться, буду открывать при вас. Ну, потому что это очень важно. Я хочу, чтобы вы поверили, действительно, что вы на канале, подписчики, на канале писательницы. Да? Как бы высоко это ни звучало, это так. Вот. Моя книжечка. Очень легкая, кстати, 177 грамм, по-моему. Ну что, приступаем. Да поможет нам Вселенная, чтобы все было здоровско. Ой, я очень волнуюсь. Представить не можете, как я волнуюсь. Вообще для меня посылки, я как-то, в общем-то, в своей жизни очень мало их получала. Поэтому, тем более таких посылок. Ой, это же вообще никогда. Не знаю, что там вам видно, потому что я села. Ну, короче, чтобы не уходить с кадра, будем делать так. Конечно, красиво распаковать, вот, потому что все-таки это же не какая-то там фигня, да? Будем надеяться, что здесь действительно моя книга, а не какая-то там фигня. Кто-то скажет, да разорви ты ее к чертовой бабушке, а тут чертей нету. Тут талант и труды. О. Ой. Ой. Друзья мои, я волнуюсь. Что за печатка? А это чтоб она не это не деформировалась, кордоночка. Такая тоненькая. Что там, конечно, 96 страниц, что ли? Кто читал уже, поднимите хвостики. Да поможет мне Вселенная. О, Вселенная, благодарю тебя за то, что ты одарила меня таким талантом и смелостью. Вот она, моя драгоценность. Какая красивая, она глянцевая. Боже, какая красота. Блин, вот она. Вот она моя красотень, вот она моя лопотень. Так, как бы вам показать ее целиком. Вот она моя книга. Вот так я положу, вот. Вот, Светлана Кулич-Казарин, это моя девичья фамилия. Я ее взяла как псевдоним. 750 words или чугунный зад. То есть, эта книга учила меня писательскому мастерству. И я считаю, что... Это учеба, этот сайт, который помог мне научиться этому, достоин книги, правда? Вот об этом, кто нарисован здесь на обложке, на нем написано, о нем написано в этой книге. Очень внимательный читатель сразу это поймет. Да, такая красивая обложка моя. Вот такая красивая обложечка, оранжевенькая, радостная. Читаем, что там написано. Так, друзья, что мы тут читаем? Ой. Читаю. Ой, неудобно мне. Так. А, это о себе должен. Писатель должен написать о себе. Я написала. Говорить намеренно о себе неловко. Здесь, под обложкой, много сказано. Зачем вам нужны? Зачем вам чужие скелеты? Хотя, если в вашем шкафу есть место, читайте. Ну, а здесь немножечко повествование. Кто такой сочинитель? Погружаемся. Загадочный мир необыкновенных преобразований мыслей, поступков и чувств в текст. Одним словом объяснить сложно. Попробуем понять, как это происходит. Приоткрываю тайну, мною неразгаданную. Итак, друзья, фонарь тут мне прямо в глаза. Немножечко сейчас его...
Подставки-то у меня нет, вы же знаете. Вот такая красивая книженция. Вот. Читаем, что тут у нас. Издательство решения по лицензии Ридера, 18-й год. Так, здесь есть пару фотографий моих же. Так, собираем вот эту фигню эту. Вот. Все как положено. Книжечка. Все. Написано, что автор я и автор фотографии тоже я. Вот. Лучшим средством от забот, тревожности и стресса является чтение. Это фотография нашей реки Уды. Она отождествляет простор души. Вот. Здесь все, как было на сайте. Понимаете? Для того, чтобы было понятно, что я действительно этому училась. Вот время, дата, сколько слов я написала, за сколько времени. И пошло, тексты пошли. Тут смотрим. Текст пошел. И вот это вот каждый день здесь показывается. Это вот строчница стихи. Вот. Так что, друзья, кто уважает меня, кто ценит мое творчество, мое отношение к вам, пожалуйста, прошу вас, поддержите мои штаны. Покупайте мои книги, заказывайте в бумажном экземпляре. Когда читаешь в руках, это совсем другое дело. Ты иначе себя ощущаешь. В интернете это не то, это так, как статья. А когда ты держишь книгу в руках, это совсем другое дело. Я делюсь с вами. Это эссе, понимаете? Я делюсь с вами своими жизненными переживаниями, своими чувствами, впечатлениями. Короче, ну, кто меня хорошо знает, тот обязательно прочитает мою книгу. Желаю вам приятного времяпровождения, досуга при прочтении моей книги. И, пожалуйста, кто будет читать, оставляйте отзывы там, где вы читаете мою книгу. И даже если вы закажете в бумажном экземпляре, пожалуйста, оставляйте, когда вы ее прочтете, оставьте на сайте, где вы ее заказали, отзыв. Потому что это для меня очень важно. Это поможет мне найти своих читателей, поможет продвинуться мне как писательнице. Вот. Я заранее вас благодарю за то, что вы у меня есть, за то, что вы мне помогаете. Я надеюсь, что вам понравится то, о чем я говорю в этой книге. И всего мне хорошего, правда? Желаю вам приятного прочтения и хороших впечатлений. Всего доброго. Сейчас я хочу показаться вам со своей книжкой вместе. Если мне получится, конечно. Вот что-то у меня такая стеснюлька я. Стеснюлечка я. Стеснюля. Так-с. Минуточку. Ну-ка, светик, переключай свечи. Не хочет. Ну, короче, попробуем. Я, конечно, себя не вижу. Всем привет. От старых штиблет. Чао, какао.